Узнать ирландца каждый может. Я же распознаю речь человека за 6 миль. В Лондоне за 2 мили, иногда за 2 улицы отсюда. Это трусость, ругать одинокую девушку. Прекратите терзать наши уши своими воплями. Я могу здесь находиться так же, как и вы. Живое существо, которое может издавать такие мерзкие звуки, не имеет права жить на цивилизованной земле. Вы же человек, чьей чудесной привилегией является живой и ясный язык. Тот язык, который служил Шекспиру для выражения прекрасных чувств любви, служил Мильтону и Библии. Вы же убиваете его.